раз в жизни. Мне очень понравилось вечером, когда прилетели, проезжали по Казани, я увидел такие здания потрясающие, что, не знаю, будет ли время посмотреть, но пока нравится очень. А принимали вы ли участие в мероприятии в Санкт-Петербурге? Да, конечно. Нет, в Севастополе нет, в Санкт-Петербурге я возглавлял программный комитет по медицине, и то же самое здесь. А вы считаете, есть ли уже у Казанского федерального свои какие-то особенности по проведению подобных? Наверное, есть. Ну, по крайней мере, то, что сегодня мы видим, все организовано просто замечательно. А как дальше будет? Я надеюсь, что будет так же. Хорошо. Ну, ваше впечатление все-таки именно о Казанском университете, может, более подробно в плане развития науки? Вы знаете, если честно, я плохо знаю систему. Я знаю, что сейчас... я буду говорить только о медицине, потому что больше другого я ничего не знаю. Мне кажется, что сейчас идет развитие в положительную сторону. Как оно будет дальше, не знаю. А может быть, вы планируете в дальнейшем какое-то сотрудничество с Казанским федеральным университетом? Ой, пригласят, с удовольствием приеду. Честно говоря. Я в Москве лаборатория, у меня лаборатория в Стокгольме. Я еще гостевой профессор в Риме в университете. Там я только лекции читаю. Пригласят, с удовольствием приеду.